Всем привет! В этом видео разберем обувь для учебы. Я представлю вам как редкие модели, так и классические, а также модели, которые подойдут для девушек и мужчин. Начну как раз с универсальных моделей. Под этим словом я подразумеваю обувь, которая подойдет и под брюки, и под джинсы, а также для девушек и мужчин. Converse, наверное, самые дешевые в этом списке. Если брать обычную модель, то стоить они будут 5000 рублей уже вместе с доставкой. В топе они скорее как классика, подходят ко всему. Если вы умеете их сочетать, то это точно ваш вариант. Конечно, еще можно выбирать Converse Comme des Garçons, Recovance, а также Secoued Wow, но это уже индивидуально под ваш стиль. Стоимость модели начинается от 15 тысяч рублей. К универсальным также можно отнести и Mason Mihara Yasuhiro. Стоимость начинается от 25 тысяч рублей. Дорогая пара, но как минимум в ней вы будете одни, если, конечно, кто-то не купит такие же на ВБ. Dr. Martens имеют в своем арсенале несколько пар. Например, вот такие туфли, но если вам хочется выделяться, то для вас есть пары из коллаборации с Cold Wall. Цены на обычные модели начинаются от 15 тысяч рублей, а на коллаборацию от 40 тысяч рублей. Далее идет Puma, и от них я представлю вам две модели: Puma Speedcat и Puma Palermo. Силуэт Speedcat был создан в 2000 году для пилотов Формулы-1. Органично смотрится как с джинсами, так и с брюками. Для девушек я бы рекомендовал красную расцветку, которая вас точно выделит. Стоимость примерно 13 тысяч рублей. Puma Palermo напоминает Adidas Samba, но как по мне, эта модель имеет в себе свою изюминку и чем-то передает итальянский колорит. Если вам хочется чем-то заменить Adidas Samba, то это лучший вариант. Стоимость большинства моделей начинается от 8 тысяч рублей, что достаточно бюджетно. Далее идет Nike. У них я отмечу Nike Cortez, которые уже были в моем топе обуви на осень, но также не подходят и в этот топ. Практичная обувь для школы являются достаточно бюджетными. Базовые модели обойдутся в 9 тысяч рублей, а коллаборация с Akai, которая вас точно выделит, в 30 тысяч рублей. А также похожий силуэт Nike Daybreak Vintage тоже пойдет для ваших аутфитов на учебу. Имеет похожее строение, но слегка измененный нос. Пара стоит 9 тысяч рублей. Также у Nike я отмечу Nike Air Zoom Boomera. Подборок аутфитов с этими кроссовками крайне мало, а это только подчеркивает их уникальность. Достаточно удобная пара, можете искать аутфиты, например, с асиксами и брать их за основу. Кроссовки сетчатые, а значит, жарко вам точно не будет. Стоимость модели от 12 тысяч рублей. Ну и последняя модель от Nike — это Nike Air Flight 89. Пара имеет базовые расцветки, также замшевые и кожаные варианты. Также имеет коллаборацию со Stussy в очень красивой расцветке. От Adidas я бы порекомендовал две пары: Adidas Originals Mundial и Adidas Predator Mundial. Первая пара, конечно, сильно выделяется. Сразу вспоминается мем про бутсы в школу. Изначально обе модели являлись моделями бутс: Adidas Predator и Adidas Copa Mundial. Но совсем недавно Adidas решил сделать новую линейку. В целом, в подборке аутфитов они смотрятся не так странно. Стоимость моделей в районе 10-14 тысяч рублей. Также для любителей Adidas Superstar и Gazelle есть коллаборация с Y3 в интересном стиле. Стоимость некоторых размеров от 20 тысяч рублей, что достаточно хорошо для такой коллаборации. Далее идет Asics, компания обувь, которая является универсальной. Подходит под все сезоны, кроме зимы. Для учебы я бы посоветовал брать Asics Gel NYC или Asics Gel Kayana, стоимость которых составляет от 10 до 13 тысяч рублей. Asics также имеет интересную коллаборацию с Comme des Garçons. Comme des Garçons Homme d'O. Коллекция Homme d'O является деловой коллекцией от японского бренда. Выражает в себе деловой стиль с использованием традиционных японских методов. Стоимость пар от 11 тысяч рублей. Onitsuka Tiger. Их парами вдохновлялся сам Фил Найт. Немногие знают, что это лайфстайл линейка от Asics. Среди всех я отмечу вот эти пары. Скорее всего, яркие цвета будут слишком сильно выделяться, поэтому советую брать темные или белые. Комбинировать их можно с чем угодно. Стоимость моделей у вас на экранах. А напоследок я оставил лоферы. Обувь, которую нужно прочувствовать. Можно брать от любого бренда. В качестве примера дам лоферы от US Polo за 7 тысяч рублей, от Dr. Martens и Zara. Цены на разные модели отличаются. А приобрести любую пару из выпуска вы можете в моем телеграм-канале. Там я предоставляю услуги выкупа товаров из Китая и США. А на этом мой топ подходит к концу. Пишите в комментариях, какую пару для учебы вы приобрели себе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и всем пока!